Читайте в свежем выпуске «Комсомолки» 28 ноября. Расула Мирзаева освободили под крики «Позор!». Самбиста признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Следующие 2 года спортсмен проведет в Дагестане. За ходом судебных прений наблюдала Александра Крылова. Для нелегалов ужесточили наказание. Правительство внесло в Госдуму новый законопроект. За какие нарушения мигрантов могут посадить в тюрьму? А за что им придется заплатить большой штраф? Читайте в материале Александра Котца. Киркоров и его дочка в гримерке. Певец показал Аллу Викторию поклонникам. На днях малышке исполнился год. Филипп решил больше не скрывать дочку от глаз посторонних и сам выложил фото в Твиттере. Подробности в заметке Елены Лаптевой.